Aperture desk job. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяуп, и сегодня я скачал новую игру, она, кстати, бесплатная в Стиме, от Valve, называется Aperture Desk Job. Если неправильно, пусть за меня это робот скажет. Aperture Desk Job. Она исключительно на джойстике. Welcome to the Aperture Competence Center for our most gifted employees. Hearing this, you are exceptional. Надеюсь, не сильно громко будет. No, don't be bashful. It's true. No false modesty. Let's get started. Greatest applied sciences company on earth. This is important work. Может, это, кстати, локация из Portal. God gave you these Может быть, I'm giving you the opportunity to use склад и я. Well, что ж, вот и ваша лаборатория, не буду скрывать, руководство взволновано. О, кто это? Так, минуту, что-то здесь не так. Кажется, я включил не ту кассету, секунду. Удачи, самый лучший сейчас. Так, в общем, сам читайте, что я должен читать. Так вот, меня зовут Грэди, можешь меня звать, в общем, давай познакомься попозже, тебе уже давно пора бы, если честно. Так, он удивлен, что меня не уволили. Перед тобой пульт контроля, ты будешь проверять, не указано. Дети, я не могу их нажимать. Надеюсь, не сильно громко. Ой, смотрите. Все работает. Прошу прощения. Так. Я думал, вообще видео не выйдет никогда уже. Но оно работает. Это уже хорошо. Унитаз. X. А если я передержу кнопку? Ой. Ладно. Можете смотреть, как я кнопки нажимаю. Ну, нормальный унитаз, прочный. Я проверил. Зараза, так, я не включил звук, подожди. Пик-пук. Так. Лампочка. Понял. Да нет, вроде. Говорит, ты мылись они все или нет? Да нет, ну что ты начинаешь? Ничего, нормально это так и должно быть. Ой. А чё? Ой, ну, прости. Неловкая ситуация, да? Here, да нет, ну зачем тебе? Говорит, вытащить его. Да ну, может не надо. Давай я... X, да. Nope, ну я знаю, что мокрый. У меня просто, вот смотрите, я нажимаю другие буковки. Я, по-моему, вытащил уже, но оно не работает так. No. А, да? То есть ты глубже... Ну ладно. Как у меня джойстик трясется. Амуниция. Тестирую, избавимся от него. Хорошие технологии. Что у тебя получилось что-то изобрести? Мы будем богаты. Да, мы будем богаты.
Неважно, что мы в миллион километров под землей. Будем что-то делать. Ну, геймплей мне нравится прям. Так. О, тараканы умные. Капец, гомункулы жесткие. Прошло 6 месяцев. 278 тысяч унитазов обработал. Ну, ладно. Надеюсь... Ну, то есть... Ой, я могу управлять камерой. Динамичности в ролик добавлю. А то на какую картинку достаточно скучно смотреть. Нажми, просто нажми на кнопку «Представляю», да, на кнопку «Представляю». Представляю, нажимаю кнопочку. Ладно. Турель Aperture C Science. Давай проверь ее в деле. Жесть. Как в него пострелять? Я в него стрелял, почему он не сдох? А. Ты себе прикончишь. Ну да. Это безопасно, в прошлый раз опасно, смертельно опасно. Надо открыть крылья, иначе эта штука себя расстреляет. Ладно, я должен получше это объяснить, ничего, все нормально. Помни, крылья открываются левым триггером. Да, я понял, ладно, я пошутил просто. Так, давай стрельнем. Это было нечто. Эта турель сломала, а ведь она была всего одна. Две, три их уже было. Но ты не беспокойся, вот чем я на самом деле заработал. Да. Почти 6 месяцев, один на... 6 месяцев ты потратил на вот это, чем? F12? Вы серьезно? Ладно, давай. Отлично, момент запечатлен для учебников истории. Ну, конечно. Ты спробуешь эту штуку в деле. Сейчас давай я ее разверну. Юмор. Зайди миниган просто. Конечно, кнопка за что-то отвечает. А, все. Я думал, еще патроны будут. Как эта штука стреляет? А, вот как. Слушай, ну я не знаю, что в этих ящиках лежит, но мне кажется, босс будет не очень, ну. Да. Весело. Ну, я думаю, босс крайне будет недоволен. Ну, можно предположить, что в этих ящиках не было ничего. Почти все где-то 90% или может больше, но... Некоторые из них работали отлично, так что все требуется оставить. Это были мои туалетики. А вот и полиция. Должен закончить работу над турелью, так... А другому придется взять на себя ответственность за обстрел склада. Это не так просто, не оставят, я согласен. Mm.
Я тебя не знаю, хорошо, ладно, понял. Я летаю, кстати, видели? Могу камеру крутить. Что, жуки каждый раз будут новое что-то? Скоро там у них будет мегасити какой-то. Началось с электричества, кстати. А, да? Подстава. Полная подстава. А, нет, он тоже. Давай, вытаска. Надзиратель учитывал правонарушитель добросовестно соблюдая правила учреждения. Он получен долгосрочное туалет. После звукового сигнала назовите свое имя в пульт. Абуба. Реально работает микрофон. Абуба. Она реально записала мой голос. Клавиатуру? Как? Ну я пишу. Чё? Вот. А что я написал? Подпись длинная просто. Вот. Я просто подпись ставлю. Ну, у вас просто листик маленький, понимаете? Вот, у меня вот такая подпись немножко. Все, поставил. Hey, don't listen to her. You don't need to worry about reporting to your parole officer. Guess who spent the last 18 months getting his parole? Месяцев пытался получить лицензию инспектора по УДО по почте. Да, это все я. Я твой инспектор по УДО. Конечно, не только твой, я веду дела семьи условно освобожденных. Почему это превратилось в симулятор сидения в тюрьме? Вы можете идти. А, да? Да, и захвати пульт контроля. Вот это вот? Да как я его захвачу-то, блин? Понял. Так, я модернизировал турель, пока тебе не было знакомиться. Модель 3.0. Та-дам! Модель 3.0, это уже хорошо, молодец. Ого, ничего себе. Так, давай. А еще какие функции? Я поставил инверсированное управление, а мне неудобно. Вот так поудобнее. Нормально, пострелял. Это было так классно. Кстати, о классном я хочу показать тебе. Управление с помощью гироскопа. У меня есть гироскоп. Пульт контроля, понаклоняй его. Просто подними пульт контроля, понаклоняй, чтобы прикинуть. Держи большой палец на правом стике. Так, все-таки эта штука идеальна. Дело в шляпе. Я бы сказал, что дело в шляпе, но не помню. No pressure, but if he likes this, he's gonna make us rich. Да не доверяй. Forever. Are you ready? Let's go. Че?
Робот. Ничего, ну я сказал, там будет именно вот такие небоскребы. Я вот предположил просто идеально. Угу. Мой пульт управления, как всегда. Что там горит, кстати, у них? I know what I'm gonna do is pay off the money I borrowed to make this turret. Like immediately pay it off. Or I'll be in some real trouble. Mm-hmm. Plus the VIG. I'll have to pay that too. Does it make sense to you that the VIG is more than what I borrowed in the first place? It doesn't seem like it. That's weird. Somebody overrode the controls. Hold on. Кто-то перехватил управление, в смысле? Что ты делаешь? Опа. Не стрелять надо было. Окей. Что ты хочешь делать? Я не понимаю. Т4. Should be four buttons in the back there. Just gotta hit them all at once. Все, я запустил жесткую систему. Ё-моё. Что это такое? Ё-моё. Капец. Мы живы. Okay, really nice work. Ладно, отличная работа, хорошо стреляешь. Фу, хорошо, пойдем покажем эту штуковину Кейну. Это Кейн вот тут. I lied about that. But it turns out Cave написано. Nobody's seen him in years. I did know it. Всё, сейчас давай. Ты сейчас стрелять начнём, понял? Anyway, I'm not gonna lie to you anymore. I think he Чё ты запаришься? A millionaire recluse now. So be ready for that. There might be a lot of jars. А что было с Дэйвом дальше, вы узнаете в следующей серии. Игра интересная, надеюсь, там еще будет контент. И поэтому на этом первая серия подходит к концу. И ждите вторую. Кому понравилась игра, делитесь этим видео с друзьями. Там, ну, кому-то скиньте, короче, чтобы посмотрели. Лайк поставили. То есть нужно продвигать контент такой. Игра новенькая совершенно. Ей 4 дня с момента съемки видео. Так вот. Пока что ей 4 дня. Но я еще монтировать буду, наверное, месяц. Я не знаю. Или может за день. Вот. Все. Всем пока. Ждите новой серии.